Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и решил вот такую взять команду существа, которыми я сейчас сражаюсь редко. Так, это вот Мономим, который, ну, не заходит на таком вот низком уровне пока что, да, вот Триастроникс, который мне вообще почему-то как-то не зашел. Так, потом вот у нас есть Раджик. Ну, Раджозаврик, да, обыкновенный. Ну, в общем-то, вы поняли, да. Ну, вот это, кстати, мне... Вот эти два парнишки мне нравятся очень. Да, вот это у нас Тенентозавр, или как там тебя зовут? Уранозавр. Уранозаврик. И будем мы сражаться этими существами вот сейчас, вот здесь, вот в этой редкой башенке, ребята. Так, две победы уже есть. Сейчас нам сразу отвалят какую-то награду. У нас тут пуралитики. Ну, давайте кого послабее взять. Так, 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 так. Ну вот так давайте пойдем. Вот так вот громкость поправили. Так, кто у нас тут самый шустрый? Ну это понятно. 129, 114, 104, 126. Ну давай начнем с тебя. Средняя скорость. Так, против Диплотатора, блин, он... Ого, Диплотатор-то какой у нас шустрый. Усиление, снижение. У него шикарнейший выбор, короче. Ну, давайте заберем у него скорость. И больно будет, да, сейчас нам будет больно. Но мы очистились и забрали скорость, это хорошо. Сила удара 614, у нас есть паралич уже, да? Паралич его убивает. Давайте просто тогда удар с подменой. Ах ты гаденыш, блин. Кто первый? То есть он подменился, и он меня атакует. Да, но я подменяюсь. То есть у меня как раз сейчас вот это кровотечение и заберется. Появился у нас Мономимчик. Мономимчик у нас быстрее. А, давайте мы его похороним. Отлично. Так, пуралитик, мой любимый крокодильчик. Сквозь щит. Давайте так. Контратака слабенькая и усиление. Ну, вообще не впечатлил, как вы поняли. Так, ну вот, знаете, на слабых противниках он неплохо, Мономимчик неплохо себя показывает. Смотрите, он, у него как бы жизни не шибко много, но он уже двоих положил. И тебя сейчас положим. Вот и все. Мономим затащил. Ого, аж подскочил, блин, неплохо. Такой маленький, а так поиздевался над Диплотатором. Ну что, идем дальше. Так. Уранич тоже неплохо себе показал. Мономима больше брать не будем, а потому он как бы все на себя взял. Взял все действия на себя. Ну, как я и говорил, просто Мономиму нужно более высокий уровень, чтобы у него было больше жизни. То есть он там лучше себя показывает. Так, теперь ну давайте откроемся с спинорамой. Так, у этого же иммунитета нет. Да, у него нет иммунитета. У него второй удар будет с параличом. Тогда давайте кровотечение. Это было больно. И его нужно добивать. Так, это, надеюсь, удар с усиление с ударом. Мы довольно быстрые, есть шанс, что мы будем ходить первыми, довольно высокий. Да. Давайте тогда снизим ему силу удара, чтобы я все-таки пережил следующий ход. Но у него иммунитет. У него иммунитетик был. Тогда обычный удар. Молодчинка. Ну и давай, напоследочек. Напоследочек.
Зуха, татар. Родственник. Ха-ха, ему сделали то же самое. Кровотечение, да? Не ожидал такого? Кстати, кто там у нас? Блин, следующий будет больно. Кому-то. Следующим будет больно. Давайте возьмем броника. Он, конечно, слабенький, мне что-то не зашел, но у него броня есть. И контратака неплохая. Еще и кританул. Ну, с критом всего лишь 830. Это как надо потати титан, ребятки. Вот, как бы вроде и жизни много, и броня есть, и живучий, но сам пробивать не может. Ему жутко не хватает силы удара. Так, ну и кто пойдет у нас в последнюю битву? Блин, я так и Раджика не обкатал еще. Ну давайте будем так попробуем, может почаще поменяться. Давайте Раджизавра, блин, хотя зря я не посмотрел, какая у него скорость, скорее всего медленная. Конечно же, попробуем себя усилить, но у него же родственник Раджикилозавр, да. Они все обладают контратакой, у этого парнишка удар даже посильнее. Ах ты, гаденыш таки, пробил. Давай, родственник, попробуй отстоять свою семейную славу. Да, удар еще послабее. А этот парнишка крепкий, хороший. Демодактиль мне нравится. Кровотечение нам уже дал. 600 мы теряем очень много. Так, подождите, очищение там у меня было, первый удар очищающий или нет? Если был, то я это неправильно сделал. Ну, блин, критует, блин, он так слабо критует. Нет у нас очищающего удара. Бьет замену. 480. Но мы сейчас контратакуем. И, блин, не пробили, он выжил. А, добили таки, добили. Это хорошо. Отстоял честь своего родича. Теперь давайте вот это вот существо, которого я не оценил, когда создавал. 18 левел. Так, что у нас здесь есть? Так, проще смотреть. Сквозь броню. Это без усиления удар. Ну, то есть нужно делать вот так. Да. А потом добавлять. Он как бы... может жутко себя усилить, но для этого ему нужно пережить два удара. Так, ну этого я пробью. Может даже следующего пробью. Ах ты ж гаденыш-то такой. Ну давай, твой последний удар. Умри. Ну правда, кровотечение, у него иммунитет. Но больно бьет красавчик, лучше, да? Красиво выглядит этот динозавр, нравится мне. Неплохо насыпает нам тысячи обычных генов и редкого полтыщеночки надозаврика, ребята. Так, и кто нам здесь попадется? Ну, давай, выберите существо. Черт подери, нет у нас тут магнипиритора.
Так, ну начнем с трики. Трики. Индораптор, отличный вариант. Так, может полторушечку нам нанести. Но скорее всего не будет. Просто его бьем. А бьет таких гаденыш. Блин, и крит, это больно. Так, у него удар как раз будет следующий сквозь щит, потому делаем вот так. Так, его страшный удар нам не страшный. Уклонился, подлец. Оу, щит. Ну ладно. Да, очищение, конечно, сработало у него. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Та-дам! Так. Мы быстрее, давайте ему, блин, нанесем двойной урон, если сможем, конечно же. Ну, что поделаешь. Ради такого урона стоило это делать. И, кстати, на Ютазинораптора тоже очень неплохая, в принципе, мысль подмениться. Мы себя усилим, еще откроем паралич на следующий ход, но он сейчас должен использовать уже невидимость. Клак. Ну, да, глюки какие-то со звуком. Нет, почему-то он не использовал опережающую. Очень странно. Да, но опять паузы приходится ждать, какие-то тормоза в боях. Ну, этот бой мы Раджа Кила вообще он меня как-то не впечатлил. В принципе, 1-2 удара, и я подменюсь. Вот этот, может, еще один нанесу удар Ютазинораптором и подменюсь. Он уже будет контратаковать. 100%, блин, обход. В обход брони. Притом. Так, а почему у него контратака не было? То есть его паралич отменяет контратаку, да? Это неплохо. Так, кто мне тут броню может пробивать? Сейчас надо посмотреть. Щит, он заблокировал нам замену. Ну, ладно. Разберемся с ним так. У него очищающего удара же нет? Нет. Ну, заблочил ты и что? Хана тебе. Отлично. Давайте нам наградку. На этом, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.